Спрячь, мамочка, меня. Не надо умирать. Он плачет и как лис держать не может дрожи дитя, что ей всего дороже. Нагнувшись, подняла руками мать. Строки поэта Мусы Джалили читает студент второго курса факультета оптики Кирилл Афанасьев. Он выбрал стихотворение «Варварство» для конкурса патриотической песни «Слово», который проходит в культурном центре Красногорья по инициативе местного колледжа. Это дает такое духовное, можно сказать, развитие. Потом у меня есть такая некая любовь к сцене выступать. Часто выступление, можно сказать, убирает некое волнение, то есть для себя полезно и нравится читать стихи. Юбилейный 5-й конкурс патриотической песни «Слово» посвящен Великой Победе. Участвуют в нем 16 студентов самого колледжа и его филиалов. Технари по призванию, лирики по зову души. География конкурсантов обширна. Звенигород, Тучково, Шаховская, Истра и, конечно, Красногорск. Жюри оценивает участников в трех номинациях – сольный вокал, дуэт и лучший чтец.